Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Махасид, конец 16-го, начало 18 века, серебро. Бирюза, 19 на 12 и на 9. Мы видим Махасид, Эагин, благодаря психопрактике и особым медитативным состояниям, достигший высших сверхспособностей. В каком-то смысле его можно сравнить с православным юродивым. Ягины вели себя вызывающе. На взгляд обывателей входили в состояние транса во время тантрических танцев, были эмоционально и сексуально раскрепощены. Символы на короне и блаженная улыбка персонажа означают возвышение над бренностью существования и победу над смертью. Ну вот такое описание к работе Махасид, Эагин, конец 16-го, начало 17 века, я нашел в интернете. Текст по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.